Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб, Министерства обороны, и поставил перед ними задачу, ну, прямо скажем, спасти жизнь президента Украины. В ночь с 22 на 23 февраля 2014 года была проведена операция, аналогов которой еще не было в новейшей мировой истории. По приказу главы российского государства из соседней пылающей страны был тайно эвакуирован ее действующий президент. Наши службы радионаблюдения, по сути, начали вести его кортеж. Стало ясно, что Виктор Федорович Янукович скоро наткнется на засаду. Его просто уничтожили бы. Просьба спасти жизнь была прямым обращением к России от имени легитимного президента Украины. Все детали, последовавшие затем операции, ровно год оставались в секрете и были известны только Владимиру Путину и тем, кто исполнял его приказ. Я правильно вас понимаю, что у вас лично вся ночь ушла на операцию по спасению Януковича? Да, совершенно верно. Это было ночь 22 на 23. Мы закончили около 7 часов утра. И расставаясь, не скрою, я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают, на произвол судьбы под каток националистов. И поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать, но сразу же подчеркнул, что мы будем делать это только в том случае, если будем абсолютно убеждены в том, что этого хотят сами люди, которые проживают в Крыму. Нужно было дать возможность людям самоопределиться, выразить свое мнение. А в этом заключалась наша цель. Говорю вам совершенно откровенно, честно говорю. Абсолютно. Я про себя подумал, если люди так захотят, значит, так тому и быть. Значит, они будут там с большей автономией, с какими-то правами, но в составе украинского государства. Пусть так и будет тогда. Но если они захотят по-другому, тогда мы не можем их бросить. Резкое обострение противостояния в Киеве начинается 18 февраля. В 13:30 первый прицельный выстрел. Одинаково с пулей в шее погибают 5 сотрудников внутренних войск. Националисты правого сектора нападают на офис партии регионов. Рядового сотрудника сжигают заживо. На следующий день в центре Киева уже 25 убитых. 20 февраля на Майдане открывают огонь снайперы по обеим сторонам. По разным оценкам, гибнет от 75 до 100 человек. Все меняется на глазах, начинается литься кровь, стрельба на Майдане. Как Янукович вел в то время себя? Он ведь вам наверняка звонил, ведь просил о встрече. Да-да. Во-первых, он мне позвонил 21-го уже вечером. Сказал, что собирается поехать в Харьков для участия в региональной конференции. Ну, не буду скрывать, я высказал свою точку зрения, что в такой ситуации лучше из столицы не выезжать. Он сказал, ну, я, говорит, еще подумаю, не знаю, но я, говорит, еще вам позвоню, мы поговорим еще. В тот вечер, когда на Майдане идет массовый расстрел и демонстрантов, и сил правопорядка, Виктор Янукович в последний раз заходит переночевать в своем доме. Потом позвонил, сказал, что все-таки он принял решение ехать. Единственное, что я сказал, хоть не выводите силы правопорядка дополнительно. Он говорит, да-да, это я прекрасно понимаю. Уехал и вывел все силы правопорядка. В 9:17 утра 21 февраля, выйдя из резиденции Межигорье, Виктор Янукович на пару секунд останавливается, как будто прощаясь. Больше он сюда не вернется. Хотя в ответ на свое согласие выполнить все требования оппозиции, он в эти минуты еще ждал от Майдана и европейских посредников мирных решений. Вместо этого, как вы знаете, оппозиция в этот же день
захватила президентскую администрацию и правительство. После этого, это было уже 22-го, Виктор Федорович еще раз позвонил, сказал, что находится в Харькове и хотел бы проконсультироваться со мной, встретиться, переговорить по поводу развития ситуации. Я, конечно, сказал, что готов это сделать, пожалуйста, где вам удобнее. В этот день в нарушение Конституции Украины лидеры Майдана приводят к руководству Верховной Радой Александра Турчинова и, по сути, отстраняют Виктора Януковича от власти. Президент Украины появляется в эфире из Харькова. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Все, что сегодня происходит, это, конечно, и вандализм, и бандитизм, и государственный переворот. Стоило Виктору Януковичу покинуть Киев, как один за другим, из Польши Радослав Сикорский, из Еврокомиссии Оливье Баи, из Литвы Даля Грибаускайте стали заявлять, что соглашение об ассоциации ЕС будет подписывать с новой украинской властью. Поэтому действующий и легитимный президент Янукович киевским организаторам переворота стал явно мешать. Для нас стало ясно, и информация поступала уже, о том, что готовится не только его захват, но предпочтительнее для тех, кто этот госпереворот совершил, было его физическое устранение. Но нет человека, как говорил известный исторический персонаж, нет проблем. Собственно говоря, последующее развитие событий это подтвердил. Если бы его не было, то оппозиционным силам было бы легче решать те задачи, которые они перед собой ставили. 22 февраля Виктор Янукович покинул Харьков и с просьбой о встрече позвонил Владимиру Путину уже из Донецка. Я уже предложил, говорю, давайте тогда мы встретимся где-нибудь в Ростове, чтобы вам время не терять на перелеты. Я готов сам подлететь. Раздался еще один звонок. И сотрудники охраны Виктора Федоровича сказали, что у нас проблемы большие, мы не можем вылететь. Я, честно говоря, уже понял, что происходит что-то такое экстраординарное, выходящее за рамки обычной ситуации. Позднее мы уже узнали, что в это время по его кортежу уже стреляли, по кортежу Януковича, а стреляли также по генеральному прокурору Пшонке и ранили одного из сотрудников его охраны. То есть к этому моменту был совершен уже государственный переворот. И, по сути, началась операция по его захвату или уничтожению со стороны оппозиционных сил. Руководители четырех силовых структур России получили от главнокомандующего приказ спасти жизнь президента Украины. В то же самое время Януковича с противоположной задачей от майданной власти из Киева разыскивал ряд других спецслужб. Но после неудачной попытки вылететь из Донецка президент Украины исчез. Его кортеж как будто растворился на просторах Восточной Украины. Он вырвался из Донецка и поехал сам, не знаю, куда, видимо. Но он поехал в Крым. Ага. Он поехал в Крым, но когда мне показали карту его движения... А вы видели маршрут его передвижения? Когда он звонил, наша служба радионаблюдения, по сути, начали вести его кортеж. Мы каждый раз фиксировали место его нахождения. Но когда мне показали карту, стало ясно, что он скоро наткнется на засаду. Более того, по имеющимся у нас данным, там были поставлены крупнокалиберные пулеметы, чтобы долго не разговаривать. С чего и никто и останавливать не собирался. Есть основания полагать, что его просто уничтожили бы. Да, его сотрудников охраны довели информацию о том, что им дальше двигаться нельзя. Это довольно такая любопытная идеология, потому что все же велось по открытой связи. И мы сами этим пользовались, чтобы понять, где он находится. Но перед тем, как мы его вычислили на территории с помощью технических средств, нам не было понятно, где. Поэтому мы
приготовились вынимать его прямо из Донецка по суше, по морю и с воздуха. То есть вами были отданы команды приготовиться разным подразделениям к спасению Януковича? Да. Поскольку он уже от Донецка уехал далеко, катерам требовалось достаточно много времени, часов 5-6, для того, чтобы к берегу подойти. А вы сказали отойти к берегу? То есть предупредили о том, что впереди, возможно, угрожает жизнь? Они развернулись. Мы им дали цели указания, куда им нужно выйти на берег кортежем. И выслали вертолетную группу с отрядом спецназа на борту. Поиски продолжались около полутора часов. Осмотр с воздуха десятков километров береговой линии результата не давал. У пилотов не было никакой связи с кортежем Януковича, и адъютант украинского президента в отчаянии звонил в Кремль. И в какой-то момент стало ясно, что у вертолетов не могут найти, и у вертолетов заканчивается керосин. Им нужно уходить. Вертолеты уже собирались идти на разворот, когда пилоты вдруг вдалеке увидели вспышку. Это кортежные машины одновременно включили дальний свет, обозначив свое местоположение. Как они догадались? Ну, им подсказали. То есть, опять-таки, подсказывали вы, ну, конечно, вы, да. Или ваши коллеги? Ну да, конечно. Вот. Их летчики заметили и забрали. Этим не закончилась эта история, потому что Виктор Федорович не захотел переезжать в Россию и сразу попросил отправить его в Крым. И уехал в Крым. Так что еще несколько дней, пока все события, связанные с переворотом, разворачивались, он находился на территории Украины. Правда, через несколько дней, когда стало ясно, что договариваться уже не с кем в Киеве, опять же, он попросил, и мы вывезли его уже на территорию России. Когда вам доложили о его спасении, какие ощущения у вас были? Ощущение, то, что мы спасли его жизнь, жизнь членов ее семьи, мне кажется, что это благое дело, благородное. Я не хочу давать оценку его деятельности, его работы. Он сказал, я не мог подписать приказ о применении оружия. У меня рука не поднялась. Но можно ли его осуждать за это, я не знаю. Не считаю себя вправе это делать. Хорошо это или плохо, последствия тяжелые от бездействия. Это очевидно. Последствия на тот момент уже ощущали на себе тысячи самых незащищенных. Захватив Киев, националисты устроили охоту за всеми, кто был не согласен с их методами прихода к власти. Это было 20 числа. Возвращались мы домой. Там была перегорожена дорога. Я не знаю, как их назвать. Это не люди просто были. В день, когда снайперы полностью овладели Майданом, из Киева на автобусах возвращались домой в Крым обычные люди. Они ездили на так называемый антимайдан. Мирные митинги, на которых крымчане, невооруженные, пытались донести мнение полуострова, отличное от Евромайдана. Патрульные машины украинской милиции, на полпути взявшие в свое сопровождение колонну автобусов, завели крымчан в засаду. С двух сторон
колонну блокировали, и вот здесь началось самое неприятное. Ребята, вооруженные битами, часть из них находилась в нетрезвом состоянии, некоторые были обкурены. Выскочил парень с огнестрельным оружием, с ружьем, ну и начал расстреливать в упор. На переднем сиденье, вот водитель как сидел, нам застрелили водителя. Тут подлетела толпа этих варваров, начали разбивать стекла. Закидывали камнями, затем начали кричать, типа, выходите, если вы не выйдете, мы вас сожжем заживо. Уцелеть в этой ситуации было вообще трудно. Совсем невозможно, если находили российский флаг, лозунги вроде «Мы наш Крым Бандере не сдадим» или просто фотографии, даже с телефона, запечатлевшие бесчинство на Майдане. Я вытащил полностью флешку с телефона и с фотоаппарата. Флешки засунул под язык, в рот. И фотографии моей семьи, и ихние фотографии, что они делали на Майдане. В любой момент мог проглотить, чтобы уберечь просто семью. И когда мы с автобуса уже выбегали, рядом канава такая была, нас туда кидали, просто друг на друга избивали и кидали. И лежали наши мужчины застреленные. Лежало 6 человек, и водителя как раз нашего вытащили и рядом положили. Заставляли гимн Украины петь, слава Украине кричать. И в это время избивали битами. У меня 7 швов на голове. Сидели в куче, они выдергивали наших людей, крымчан, и заставляли кого за пазуху собирать, скидывать стекла, разбитые с автобуса. Кого в карманы, кого есть заставляли. Есть стекло заставляли? Да, есть стекло. Люди брали, несмотря ни на что, и ели. Потому что жить хотелось всем. Кто-то из парней там пытался бежать в поля. Я лично видел, когда с ружья стреляли. Он упал. Я не знаю, жив он до сих пор или нет, этот человек. Я не знаю. Горящие автобусы заставили толпу ликовать, и пока сторонники Майдана были увлечены зрелищем, которое устроили, уцелевшим крымчанам выпал шанс спастись, убегая, куда глаза глядят. Но и это спасло не всех. В полях и лесах националисты устроили облаву по всем законам жанра. И видели, что ездили специальные машины, которые искали. Искали тех, кто поубегал из автобусов. Падали в пахоту, падали где-то там в лесополосе, прятались, чтобы не попасть к этим ребятам, потому что, ну, действительно фашисты, действительно бандиты. Поверьте мне, самое отборное, все, что можно, самая вот та ненависть, которая выливалась у них, хотя мы им ничего не сделали. Тех, кого ловили, избивали до полусмерти. Но сначала объясняли, что если кто выживет, тот отныне будет жить по-другому. Угрожали с пистолета, там стояли, к виску прикладывали. Это было. Они на нас обозлились, потому что мы крымские. Размовляю украинской мовой. Я говорю, я не умею. Я говорю, я вообще приеду к тебе в Крым, я всю твою семью за то, что вы, говорит, разговариваете российской мовой, уничтожен.
Они били, понимаете, они видели нашу кровь, они видели нашу боль и стояли, смеялись, это им доставляло удовольствие. О чем можно говорить? По той трагедии мы просто поняли, что нам оставаться в Украине нельзя. Это фашисты, это откровенные фашисты, это откровенные бандеровцы. Корсуньский погром, как эту трагедию сразу назовут в Крыму, по данным МВД Украины, унес жизни 7 человек. Из 8 крымских автобусов националисты в Черкасской области сожгли 4. Более 20 человек пропали без вести. Когда мы увидели вспышку самого крайнего национализма, стало ясно, что для людей, которые проживают именно в Крыму, могут настать очень тяжелые времена. И только тогда, я хочу это подчеркнуть, возникла мысль о том, что мы не можем просто так оставить людей, бросить людей в беде в этой ситуации. Симферополь, объявленный в Киеве гнездом врагов Майдана, получил ультиматум – снести памятник Ленину в ближайшие 10 дней. Именно это еще до Корсуньского погрома консолидировало местных жителей на протест. И пока в ряде украинских областей сдавали экзамен на верность националистам, крымчане уже сбивались в отряды обороны. У нас происходили учебно-тренировочные сборы каждый день. Готовились отражать, так сказать, атаку в случае, если бы у кого-то появились крамольные мысли повалить этот памятник. Так что для нас, наверное, это больше действительно такой символ был стабильности и возможности власти удержать ситуацию под контролем. Когда вы начинали вашу личную крымскую весну, вы ведь совсем не могли знать о том, что Россия поддержит крымчан. Страшно было? Вы знаете, как чувство собственного достоинства, наверное, помогало нам преодолевать этот страх. Мы совместно построим наш Крым. Крыму мир! Вместе! Вместе построим наш Крым! Как появился Аксенов? Я не знаю. Это человек, которого я никогда раньше не знал, никогда его не видел, не был с ним знаком. Не скрою, что мне назвали его фамилию, сказали, что депутаты предлагают и... Крымский парламент, Рада Крымская, хочет вот такого-то человека. Ополченцы очень настаивали на том, что был настоящий наш, их лидер Аксенов. Они оказывали воздействие тогда на депутатов. Ну, может быть, я это не знаю. Это правда. Но они же местные, это же местные крымчане. Ну, конечно, им виднее. Он их и собирал как раз в роты и так далее. Один из них, собственно, председатель парламента Крыма. Вот я когда вас спросил, а как вы к нему относитесь? Он мне говорит, ну, он... Че Гевара. Нам такой сейчас нужен. Нас интересует мирный Крым, наш стабильный многонациональный, в котором все люди живут нормально абсолютно. Крымская весна, наверное, победила благодаря вот такому единству людей, мнений, ну, формированию действительно патриотических людей, такого, знаете, единого образа мысли, единого подхода. Днем объединения крымчан стало 22 февраля. В этот день в Севастополь и Симферополь возвращались бойцы «Беркута». Их жгли на Майдане, в них стреляли, потом их же обвинили в снайперской бойне. Истерзанные и подавленные, они вдруг увидели дома то, чего в Киеве уже не могли даже представить. В это время на бойцов и командиров «Беркута» по всей Украине заводили уголовные дела, шли аресты. Во Львове их поставили на колени, в городе Ровно весь «Беркут» передавали в распоряжение правого сектора, в Киеве предложили создать на базе «Беркута» спецназ имени героев Майдана. Везде они были врагами и только здесь героями. Это такой вот был бальзам или какой-то освежающий глоток воды или воздуха, уверенности в того, что все, мы дома, это наш Крым, и мы его не отдадим никому, понимаете? Все. Это был какой-то рубеж. Это был рубеж. Решение вот здесь, на площади Ленина. Вот именно с народом, вот именно с крымчанами все здесь было принято решение. В тот же день развезли по больницам десятки раненых, похоронили убитого на Майдане офицера «Беркута» и двух сотрудников внутренних войск. А вернувшись на базу, поняли, что впервые придется охранять не общественный порядок, а сам мир в Крыму. Киев уже пообещал навести порядок и на юге, и на востоке, и везде, кому не нравятся идеи Майдана.
уверен, что, имея в виду этнический состав населения в Крыму, там было бы еще хуже. Мы должны были предпринять определенные действия по недопущению вот такого негативного развития событий. Чтобы не было трагедии, которые потом, позднее разыгрались в Одессе, когда заживо были сожжены десятки людей, нам ни в коем случае нельзя было допустить кровопролития. Но Крым был не в курсе. Симферопольцы круглосуточно охраняли базу «Беркута» от националистов. Сюда везли песок в мешках для отражения атаки из Киева. Бойцам командир выдал оружие. Мы понимали, чем это заканчивается. Они же этими ледорубами и ломали руки. Говорит, ломай ему руку там правую. Это и гранаты кидал. Вот. Они зашивали окровавленный глаз, они зашивали, говорит, а ему уже не надо, зашейте глаз, и просто на живую. Ну, то есть глумились вот так вот, все. Давай, открывай ворота. Да? Вот так, да. Вот так вот БТР стоял, и мы показывали всем, не скрывая о том, что мы готовы к любому вызову встретить непрошенных гостей. То есть в случае чего... Да, да, прямой да. Наводкой огонь. Прямой наводкой, да. Когда угроза надвигалась, вот где поближе, мы чувствовали, что нам есть угроза, хотят к нам идти, мы были готовы к развитию. Назначенный Верховной Радой в руководители МВД Арсен Аваков издал приказ о расформировании «Беркута». Цитата: «За полную дискредитацию перед украинским народом». Любое подразделение в областях, не подчинившееся приказу, теперь считалось незаконным бандформированием. Я приехал с утра, собрал офицеров себя в кабинете. И мы, как говорится, я просто говорю, давайте там, как голосованием поднятия руки, как в инхузе, определимся. Кто идет до конца, тот идет. Кто сейчас уходит, оставляет, я тоже пойму, и мы все поймем. Куда мы пойдем дальше? В горы будем уходить? Или будем пробиваться в российскую часть какую-то? Буду думать над этим вопросом как командир. Но сейчас мы делаем свой выбор, каждый из нас. И все. Все подняли руку, все согласились. Все. Ну, все. До одного. И вы приняли решение обороняться. Мы приняли решение, да, для начала защитить себя, свои семьи. После Майдана в программе тренировок крымского «Беркута» появились совершенно новые элементы. Теперь бойцы спецподразделения не только отрабатывают собственные схемы, но и приемы противодействия, которые применялись на Майдане против них. То есть вот это все было оттренировано заранее? Американцы приглашали к себе специалистов с Украины, силовых структур, для обмена опытом, для повышения квалификации. Они давали бумагу и пишите, как вы вот работаете против такой толпы. Как то вы построили... украинские командиры подразделений, да, писали. Писали, да, свою тактику, как они работают против вот такой вот массовки. Против хулиганов, против ультрасов или против толпы, вот, которые будут массовые беспорядки. Они все это анализировали. Это было уже далеко в 2006 году и все это. И потом выпускались брошюры, как противостоять «Беркуту», где как шлем сорвать. Они для правого сектора уже тогда писали инструкции. Да, да, да. Фокус ситуации заключался в том, что формально оппозицию прежде всего поддерживали европейцы, но мы прекрасно знали, не просто отдавали себе отчет, а знали, что реальными кукловодами были наши американские партнеры и друзья. Это они помогали готовить националистов, они помогали готовить боевые отряды и на западе Украины, и в Польше происходила подготовка, в Литве отчасти. Как поступили наши партнеры? Способствовали совершению государственного перевода. То есть начали действовать с позиции силы. Я не думаю, что это самый лучший способ ведения дел на международной арене вообще, применительно к государствам постсоветского периода в частности, потому что государства все-таки пока не устоявшиеся, хрупкие. Надо бережно относиться к их государственности, к конституции, к системе права. Все это было выброшено на обочину, раздавлено. И последствия, видите, какие тяжелые. Часть согласилась с этим, а часть не хочет этого принимать. И страна оказалась расколотой.
Украину, как стало понятно после Майдана, раскалывали технологично, по инструкциям, где даже кровь – это регламент. Вот один из майданных приемов с романтичным названием «Карпатский бук». То есть первая шеренга, руки были чистые, ничего в них не было. Во второй шеренге начинали работать лаком, краской, работали по забралу. Обзор исчезал, боец поднимал забрало, получал удар карпатским буком в лицо. Сергей Марченко, командир спецназа крымского «Беркута», вместе со своими бойцами прошел весь огненный Майдан. Теперь сам может писать брошюры по технологиям революционной толпы. Были обучены специально люди, которые находили бреши, находили слабые места в этих построениях тактических. То есть бутылкой они целились именно сюда? Именно в дырки, именно в незащищенные, например, места. У каждого бойца на Майдане сгорело 5-6 комплектов формы. Сбивая пламя друг с друга, у них уходило порой по 20 огнетушителей в час. Крымский «Беркут» потерял убитым одного офицера, а 32 человека получили пулевые ранения только за сутки работы неизвестных снайперов. Если вы будете анализировать, это у них ранения какие? Ранения рук, где держал щит, который все потом не может щит забрать, да? Ранения щитков, коленей, когда били. То есть это просто не просто какие-то гуцулы там стреляли, которые там пришли отстаивать свои права, и им не нравится правление Януковича. Против бойцов «Беркута» работали профессионалы, стрелки, которые прошли не одну горячую точку. А это уже, то есть, отрежиссировано, спланировано и уже отработано не в одной стране акция, чтобы свергнуть законное правительство. Вот и все. Прежде чем совершать действия, которые были совершены в Киеве 21 февраля, 22 февраля, надо задуматься о последствиях для страны того, что делают люди, которые нацелены на такой способ решения политических проблем. Легко все перевернуть с ног на голову. Но надо все-таки считаться с законными интересами своих партнеров, если мы хотим, чтобы мы относились друг к другу с уважением. Ну вот если говорить об исторической несправедливости, мы все время называем и называли Севастополь городом русской военно-морской славы. Ну и где был Севастополь и где была русская военно-морская слава, все перевернулось. В русской истории действительно нет ни одного города, за который было бы пролито столько крови. Город-герой, город-крепость, город-адмирал. Он был всегда особняком, и даже в советские времена, когда весь Крым был передан Украинской ССР, славный Севастополь оставался городом союзного подчинения. Только здесь любовь к России могла быть радикальной, и таких антибандеровских митингов, как в Севастополе, не было нигде в Крыму. Наверное, только здесь, в де-юре украинском городе, народ на митинге 23 февраля мог выбрать мэра гражданина России. Начиная с 91 года, как я понял, когда вышел Ельцин и сказал, что мы там решили похоронить Советский Союз после Беловежской пущи, и я что-то подумал, ну труба. И дальше с каждым годом в бытовых вещах потихонечку начинал наблюдать. Валюта, паспортный контроль на границе, система обучения в школах, в детских садах, потихоньку. Вдруг раз телевидение появилось государство, конечно, оно должно быть на украинском языке. Нонсенс, да, в городе никто не говорит на украинском. В Севастополе же, в отличие от Крыма, никогда не преподавали украинский язык. Это считалось бы особый статус населения. И потихоньку эти гайки закручивали. 40 с лишним законов было принято, ограничивающих официально применение русского языка. Вся документация в предприятиях должна была вестись на украинском. Чиновников было очень много, присланных из Киева и Западного Крыма. Боялись сепаратизма? Да. Но тем не менее, ничего не могли поделать вот со всем этим. Прославленную 35-ю батарею Севастополя Алексей Чалый отреконструировал сам на свои собственные и народные пожертвования. Теперь здесь принимают присягу моряки. Боевую готовность кораблей и частей приумножать славные боевые традиции Черноморского флота. Служу
Прошу, Российская Федерация. Есть. На частные средства много лет назад был издан и учебник «Севастополеведение», предмет, преподавание которого велось в школах в противовес официальному курсу истории, прославлявшей Степана Бандеру. Жители города русской славы не просто сами хранили свой культурно-исторический код, они еще и сопротивлялись чужому. Поэтому, когда называют Крымскую весну третьей обороной Севастополя, сами севастопольцы поправляют. Весной 14-го у нас была не оборона, а атака. А оборонялись мы до этого 23 года. Севастополь, он же покрыл себя настолько невидаемой славой, что, несмотря на 23 года оккупации... А вы это называете оккупацией? Оккупацией. Я офицер, который не принял украинскую присягу. Мы сумели сохранить в себе любовь к России, историю. Севастополь ведь город далеко не простой. Далеко не простой. Виктор Мельников, командир отделения 13-й роты быстрого реагирования гвардии Севастопольской самообороны. Ополчение в этом городе формировалось еще в декабре 2013-го, за два месяца до стрельбы на Майдане. Ну а после переворота в Киеве в ополчение, по сути, превратились все севастопольцы. За свои 60 лет я не знаю такого события в этой истории, чтобы вот так вот, ну, народ единодушно сердцем, головой, вот настолько, говорю, не знаю, самоотверженно, преданно, активно отстаивал свой город. Отстояли? Отстояли. Если надо будет, еще отстоим. Крым ассоциируется в сознании российского гражданина и русского человека с героическими страницами нашей истории. Это и, собственно, период приобретения этих территорий России. Это и героическая оборона, и потом взятие Крыма, Севастополя во время Второй мировой войны. Крым связан с русской историей, с русской литературой, с искусством, с царской семьей. В общем, вся ткань российской истории так или иначе переплетена с Крымом. 26 февраля 2014 года. Симферополь. Верховный совет Крыма объявил внеочередное заседание. Для определения дальнейшего статуса автономии планировалось объявить референдум. Но по команде из Киева крымско-татарский меджлис, ангажированный Майданом, вывел на площадь несколько тысяч человек. Сергей Валерьевич, вот то самое место, где был митинг, тот самый знаменитый, 26 числа. Вы там принимали самое непосредственное участие. Что помните сегодня? Как это было? Да все помню, а что ж тут не помнить тогда. Руководству крымского меджлиса Киев дал указание сорвать проведение всех сессий на территории Республики Крым, по возможности захватить здание крымского парламента. Большинство, что крымских татар сегодня, что русских, никогда этого конфликта не хотели. Но милиция заняла нейтральную позицию. И мы вынуждены были начать концентрировать своих людей по левую руку от входа. Вот здесь? Да. При этом Киев прислал сюда в поддержку меджлиса, представители правого сектора, они были с бандеровскими флагами. Именно эти люди к полудню и начали столкновение. Игорь Георгиевский на митинге был среди тех, кто пытался не допустить прорыва толпы в здание Верховного Совета. Было черно-красное знамя бандеровское. Бандеровское было уже тогда. Кроме украинских. У нее задумка была показать силу, когда под руки подхватывали, даже от земли это отрывали. Когда вот противостояние было, когда две стены сходилось, толкались, упирались. Устаешь очень быстро. Раз, разошлись. Стоим, мы отдышимся. Ху-ху-ху-ху. Только они давили клиньями, рассекали толпу, поджимали и с тылу заходили. Я находился непосредственно здесь уже с командиром первой роты Турченко Сергеем Анатольевичем. Вот здесь меня сбили. На этом месте? Да, я уже здесь подняться самостоятельно не мог. Спасибо ему, он меня просто вытащил из-под ног. Эти кадры снимал командир взвода 3-й роты ополчения, бывший афганец Павел Таран. 30 человек, которые с травмами попали в этот день в больницы, по его словам, еще легко отделались. Давка была очень серьезная. Вот где-то вот в том районе мы стояли. Упал старик.
Пытались удержать, но чтобы его этот самый не задавили, ничего. Разорвали, мы просто не смогли сдержать толпу. Старик, это да, один из погибших, да? Да, он погиб. Скорая приедет, быстрее! Нормально давайте возьмем! В какой-то момент со стороны, где были флаги Меджлиса и правого сектора, организованно полетели бутылки с водой и песком и какой-то порошок. Травмированных крымчан потеснили, и толпа ворвалась в здание парламента. Я не так, вот с кликами, знаете, с криками. Четко они двигались, мы видели, по направлению к дверям. Они шли с одной целью, чтобы проломать двери, чтобы ворваться. И а какую именно сдали. Дверь? Вот, вот прямо мы прямо на нее и смотрим, в принципе, на эту дверь. Ага, вот, вот это крайняя дверь. Однако, ворвавшись в здание, где сидят их же земляки-депутаты, крымские татары вдруг растерялись. Люди явно не знали, что им дальше делать. Лидер Меджлиса Мустафа Джемилев перестал отдавать команды по телефону, а экстремисты из правого сектора с опытом захвата зданий в Киеве так и не проникли в крымский парламент. Оказалось, что ополченцы блокировали чужаков. Майданных сотников из Киева и Львова вычислили, несмотря на все их старания выглядеть простыми участниками стихийного протеста. Ну, снаружи-то может показаться, что просто стихийный митинг. Нет, Андрей, вы ошибаетесь, это уже был подготовленный митинг. Видите, обратите внимание, вот на вот стоит в красной куртке тоже куратор. Вот, видите, в красной куртке четко и ясно видно. Это все кураторы, они на расстоянии метров 10 держатся между собой. А этот, видимо, их старший, их группы. Он в капюшоне работал, чтобы не засветить свое лицо. Вот он, вот он. Вот один и вот один. А линию противостояния хотели именно сделать такую? Чтобы с одной стороны, линия противостояния хотела сделать славяне и крымские татары, чтобы они между собой начали войну, резню. Я сам крымский татарин. Народ был обманут. Им рассказывали, если мы войдем в Россию, то нас будут депортировать. У нас будет прописка там Магадан или Урал там опять. Ну, всякую чушь. То есть татар пугали, что их депортируют? Да, были такие разговоры, да. Ополченцы видели, как большинство простых крымских татар на митинге сами удивлялись технологиям, которые вдруг начинали применяться с их же стороны. Еще один эпизод вам покажу. Вот уже видите, все начинают закрываться. Даже у некоторых были подготовлены респираторы. Кроме нервно-паралитического газа, использовалась еще и новинка, перетертое в муку тонкое стекло от люминесцентных ламп. Все, кто попадал в облако такой пыли, несколько дней потом не могли открыть глаза. Рези, коли, вот, ну, ощущение просто ослепляло людей. Сергей Валерьевич Аксенов на тот момент, я помню, от центрального входа с побитым лицом, ему тоже, короче, досталось тут. Ну да, он разнимал тоже. Он разнимал драку. Я сколько мог их пытался разграничить, то есть в данном случае, причем мои коллеги, многие обращались, что давайте возьмем, конечно, вооружимся, но вы понимаете, что одно дело мы будем противостоять Киеву, там, правому сектору, еще кому-то, а другое дело мы с крымчанами, да, другой национальности, но начнем выяснять отношения с помощью оружия. Крымчане ждут людей всех национальностей на отдых, дружить, работать. Часть крымских татар, она была подвержена влиянию своих лидеров, некоторые из них являются профессиональными, хочу это подчеркнуть, борцами за права крымских татар, за права человека. Для некоторых из них такая ситуация не очень комфортна, потому что они, ну, как бы становятся не очень нужными. Крымские татары – это неоднородная масса. Там есть разные люди. Местное ополчение действовало весьма энергично. И в том числе они нашли опору и на часть крымско-татарского населения, и привлекло, ополчение привлекло крымских татар к совместной работе. В числе ополченцев были и крымские татары. Лидеры Меджлиса убеждали простых людей, что воссоединение Крыма с Россией изменит жизнь крымских татар кардинально и в худшую сторону. Командир 15-й татарской роты ополчения Энвер Куртаметов легко убеждал земляков в обратном. В худшую сторону жизни крымских татар не изменится, потому что хуже-то некуда. От Украины мы ничего хорошего не увидели за эти все годы. Ничего хорошего.
У людей при Украине зарплата официально 1200 гривен. А как можно прокормить семью? Как? Народ, вот, вы видите, он даже не может нормально построиться. Это село Мамут-Султан. Одно из многих на исторических землях крымских татар времен 14-18 веков. Вернувшись сюда 30 лет назад из Центральной Азии, эти люди снова попали и так и не могут выбраться из Средневековья. Воды нет, канализации нет, отопления нет, даже электричества нет. Заходите, не разувайтесь. Проходите. Да. Проходите вперед, вы тоже. Проходите. Вот кровати. Мы живем на строе, у меня сын работает здесь. Вот полки наши с вещами. А так нас 5 человек. Вот в этом маленьком строительном вагончике. Да, да, да. Нам, мне, например, негде жить. У меня 4 детей. Ни воды нету, ни света нету, ни дорог нормальных нету. Зимой идет, по колено грязь. Киев всегда обещал и делал при этом обещания. Практически нет. Манипулируют. Просто нами манипулируют. Знаешь, нас используют, это? Понимаете? В качестве какого-то рычага. Вот и все. Энвер Куртаметов находился в Киеве, когда после победы Майдана националисты преследовали русскоязычных крымчан. Полями и тропами он помог вывести домой 360 земляков. А в Крыму сразу сформировал многонациональную роту защищаться от бандеровцев. Приходилось это сутками там ездить на выезды. Бывали и бессонные ночи. Это не только мы, это все ополченцы несли службу сутками. Однажды в медицинский взвод его роты записалась хрупкая девушка. Для Энвера наступила еще и личная крымская весна. Свадьба у нас была через 7 дней после знакомства. За что, любовь с первого взгляда, если через 7 дней уже свадьба? Она увидела, победила и забрала меня. Все. В Киеве до сих пор часто говорят, что ничего не получится у России в Крыму, потому что русские никогда не смогут найти общий язык с крымскими татарами. Что скажете, Марина? И лично я точно нашла общий язык с крымскими татарами. Оп, деви лет! Харасуден пилилер, вашларым да халпах, а я хларым ялпах. Купола церквей и минареты мечетей в Крыму веками рядом, будь то Алушта или Симферополь, Судак или Керчь. Бахчисарай, столица бывшего крымского ханства, но кто воспел его фонтан лучше Пушкина? В Крыму 150 народов и народностей, и главное, чего здесь боялись с самых времен перестройки – импорта межнациональных конфликтов. Но ведь мы-то ведь не собираемся никого обижать, ни крымских татар, ни немцев, которые там живут, ни греков, ни армян, ни русских, ни украинцев. Мы хотим, чтобы это была единая семья. И имея в виду проблемы, исторические проблемы, с которыми живет крымско-татарский народ, мы считаем, что наша обязанность решать эти проблемы вместе со всеми людьми, которые там живут. Мы вообще не делим по этническому принципу. Это все граждане Российской Федерации сегодня. В этом смысле, вы знаете, меня приятно удивило, когда я уже вот в эти дни этих событий разговаривал с крымчанами, когда я их спросил, а сколько там украинцев, они так глаза открыли, сказали, мы, знаете, не делим. Мы все как бы одна семья. Народный подъем и сплочение, которое почти сразу назовут «крымской весной», сформировалось за считанные 7 дней. 22 февраля опаленный Майданом присягает Крыму Беркут. 23 февраля в Севастополе на многотысячном митинге против украинского фашизма выбирают народного мэра Алексея Чалова. Одновременно в Симферополе массовая запись в народное ополчение Крыма. 24 февраля в Керчи, Евпатории, Феодосии, Ялте, Севастополе и Симферополе шествия и митинги. Стихийные призывы объединения с Россией. 25 февраля на митинге в Симферополе решение.
украинской власти Крым подчиняться отказывается. 27 февраля из Киева в Крым выезжает так называемый «поезд дружбы». Его формирует Игорь Мосийчук, один из главарей правого сектора, который заявил, сепаратисты Крыма ответят за все. Для крымского ополчения наступал час Х. В 20.15, когда по расписанию приходил поезд, в Симферополе должна была начаться карательная операция. Ополченцы двинулись на вокзал встречать головорезов, прошедших через кровь Майдана. Они везли с собой все. От дубинок, арматуры и коктейлей Молотова до огнестрельного оружия, которое уже заполучили после разграбления воинских частей во Львовской области. В Крыму об этом уже знали все. Мы сплотились против того, чтобы фашисты не зашли на нашу родную землю. Мы видели, как они там расправляются с центральной площадью Киева. Видели, что от нее осталось. Это просто руины и пепел. Сплотились для того, чтобы отстоять свой родной край. Отстоять свой край, отстоять свою семью, отстоять свой дом. Кто были те люди, которые составляли ваш большой полк? У нас были и успешные бизнесмены, здесь, которые приезжали на красивых, дорогих машинах и становились в строй обычными рядовыми. И были обычные строители, рабочие, абсолютно всех специальностей, скажем так. У нас одна была рота «Железная Кузнецов», которые обеспечили нас щитами. Работали круглосуточно. В день где-то у нас выходило порядка 40 щитов. Здесь спали, здесь ели, переступая через спящих. Мы изучали опыт и Майдана. Мы убрали отверстия смотровые внизу на случай того, что будут коктейли Молотова. Даже алюминий, из которого были сделаны ОМОНовские щиты, ополченцы забраковали. Они гораздо мощнее, конечно. Они сделаны из стали. Ну, вряд ли они пулю выдержат, конечно. Ну, на излете пистолетную, да, как-то защитит. От автоматных очередей вряд ли могли защитить и доспехи, в которые облачились сами кузнецы для встречи до зубов вооруженных националистов. Шли не с оружием, но с верой. И щиты красили в триколор. Мы друг друга подбадривали. Я видел в глазах страх. Мы же понимали, куда мы идем. Мы понимали, что люди едут не с пустыми руками. Мы понимали, для чего они сюда едут. Но мы переступили через себя. Мы верили в то, что мы остановим этот поезд. Прошло уже 3 часа напряженного ожидания, когда командир ополчения получил информацию. Едут. Щиты на перроне сомкнулись. Вновь ожидание. Через 2 часа пришел поезд. Было как-то страшно, знаете, вот как будто поезд привидения. О чем думали, о чем говорили люди в тот момент? Что не допустим, будем стоять насмерть. Объединяются абсолютно люди, все, всех национальностей, абсолютно всех вероисповеданий. Мы все объединились вокруг одного единственного флага, флага Крыма. Поезд останавливался перед ополченцами. Окна вагонов были открыты, внутри горел свет. И только тогда стало ясно, что поезд дружбы пустой. Думаю, что у них тоже работала разведка в этом направлении. Безусловно, пошла информация с вокзала, что люди их встречают. Крымчане их сюда не пропустят. И обычный животный страх. Сорвали стоп-кран и сбежали. Как потом выяснилось, не доезжая до Крыма, бандеровский десант вдруг потребовал остановки. И 3 часа выгружал из поезда тонны оружия. Лидеров правого сектора известили в СБУ. В Симферополе вас ждут 1500 ополченцев. И такая встреча была
явно не в планах националистов. Я считаю, что и слава богу, что так все обошлось. Мы на самом деле мирные люди. Мы не хотим ни крови, мы не хотим никаких столкновений. Мы хотим просто жить в мире, в достатке. И нас это всех объединяло. Потому что у каждого, кроме общего, скажем так, это спасти свою землю, есть еще что-то личное. Личное – это наша семья, наш тыл. Как вы считаете, роль местных ополченцев вот в этой большой русской весне, которая пришла огромная, в Крым? Огромная роль. Я бы считал, что одна из главных. Потому что, еще раз повторяю, изначально, когда вот мы расходились в 7 часов утра, я и своим коллегам сказал, что мы будем все это делать, только если увидим, что люди этого хотят. И, конечно, нам нужно опираться на местные дружины. Вы знаете, на какой-то момент нам приходилось их даже сдерживать. Но на самом деле, ведь они почти всегда были впереди. Самвел Мартаян – один из самых известных командиров народного ополчения. Это наша родина. И мы как мужчины с тобой должны защищать, да, нашу родину? Да. О себе говорит кратко. Бывший советский офицер, крымчанин, в феврале 2014 года собрал и взял под свое командование роту, вооруженную черенками от лопат. 27 февраля его 4-я рота получила от Сергея Аксенова первое боевое задание. Стояли, вышел Сергей Валерьевич, говорит, надо взять аэропорт. Я говорю, хорошо, не вопрос. Есть средства, говорит. Ну, средства только черенки. Ну, хорошо, черенки так черенки. Аэропорт Симферополя, крупнейший в Крыму, стал представлять 27 февраля едва ли не главную опасность. В панике от решений крымских депутатов Киев готовился высадить в Симферополе силовой десант. Ополченцы еще даже не знали, как для вереницы военных самолетов закрыть аэропорт. Дорогу на территорию им преградили вооруженные милиционеры. Если бы они захотели, наверное, расстреляли бы нас. Хотя они душой были с нами. Честно. Милиция, состоявшая тоже из местных крымчан, ополченцев скрыто поддерживала, поэтому фактически дала им возможность действовать. Взгляды мы обмениваемся. Начали. Подходим к кованому забору и начинаем ломать забор. План Самвела Мартаяна был простым, но верным. Зажечь прямо на взлетной полосе бочки с топливом, чтобы даже визуально украинские военные пилоты смогли определить, посадка невозможна. Прибежали, поставили бочки, уже готовы были поджечь, подожгли факелы, и я позвонил, доложил Аксенову Сергею Валерьевичу. Говорю, Валерьевич, я на взлетной полосе и готов поджечь. Жди, Самвел, жди команды. Слышу в ответ. Ну, буквально через секунд 30 подает команду. Самвел, мы свое дело сделали, короче. Киеву доложено, что взлетная полоса захвачена. Самолеты не будут садиться. Но ополченцы рано радовались. По тревоге уже была поднята СБУ. А в Управлении службы безопасности Украины по Крыму было немало присягнувших майданной власти. Навстречу к нам бегут с автоматами. Прибежали, оцепили нас, вышли
перед терминалом и стоим. Вы кто? Мы народное ополчение Крыма. Я командир роты. Меня Самбел зовут. Зачем сломали ворота? Командир, сломали, потому что не открывали. Кто за вами стоит? За нами стоит крымский народ. А с какой целью вы сломали ворота, крымский народ? Командир, мы сломали, мы сделаем. И все будет в порядке. Местные? Местные, да. Так вот, местные, вы находитесь на территории режимного объекта. И ваше вторжение расценивается как террористический акт. Не повышайте голос, командир, я объясняю. Оружие к бою! Подождите. У вас 2 минуты, чтобы сдать оружие. У нас нет оружия. Вы что? Время пошло. Где оружие? Что делаете? Будете стрелять в безоружных людей. И в этот момент слышу звук грузовых машин. Стоим на месте, ребята. Уже это самый критический момент. Что вы подумали в этот момент? Честно, я подумал, что уже едут за нами и будут стрелять в нас уже. Сзади милиционеры с автоматами были, и спереди 4 КАМАЗа. Я говорю, приготовиться к бою. Ну а чем отбиться, да? Вот только черенками стояли. Ни один не сбежал моих, ни один не отступился. КАМАЗы подъехали и начали выпрыгивать солдаты. Потом мы поняли, что это наши российские солдаты. У некоторых моих ополченцев даже на глазах слезы появились. Мы начали аплодировать. Аплодировать, они вышли. Тихо, молча подошли, мимо нас прошли. Мы начали выкрикивать, что мы вас давно ждали. И начали кричать: «Россия, вперед!» Это были те самые вежливые люди. Это самые, да, это были вежливые зеленые человечки. Ополченцы даже не сразу заметили, как офицеры СБУ с автоматчиками исчезли. В тот момент все внимание крымчан было хорошо экипированным парням, которые так неожиданно пришли на помощь. Спецназовцы морской пехоты Черноморского флота подошли из Севастополя. Уже через считанные минуты они заняли все стратегические позиции, и Симферопольский международный аэропорт был под контролем. Самое удивительное, ни пассажиры, ни персонал даже ничего не заметили. Воздушная гавань продолжала работать в штатном режиме. Вовремя подуспели. Если бы не они, наверное, здесь было бы гораздо хуже, чем на Донбассе. О Донбассе Самвел Мартаян вспоминает постоянно. С началом боевых действий он сразу поехал туда воевать добровольцем. Из разбомбленной Горловки он обращался к крымчанам. Вы не представляете, от чего нас уберегла Россия в крымскую весну. Пап, смотри, самолет летит. Да, видишь. Красиво, да? Да. Ты же когда-то управлял, да, самолетом? Да. Я тебе рассказывал. Контроль над Симферопольским аэропортом майданная власть в Киеве потеряла окончательно, когда ополченцы, невооруженные, поднялись на вышку в центр управления всем воздушным движением Крыма. Вместе с диспетчерами в течение 4 суток они разворачивали в небе украинские самолеты. И Киев потерял надежду на силовое противодействие с воздуха. Как хорошо, что мы уже в России, что это все позади. Как хорошо, что вот эта земля будет дышать по-нормальному, по-хорошему. Это генетически, наверное, вот этот воздух, вот эта земля дает, чтобы люди не забывали. На этой земле проливал кровь
мой дед. И мой сын будет ходить по этой же земле и гордиться, что какими мы были, такими мы и остались. Мы никогда не думали об отторжении Крыма от Украины. Никогда. А вот когда начались события, связанные с переворотом, с вооруженным и антиконституционным захватом власти, и эти люди оказались в опасности того, что над ними будут издеваться националисты, тогда, конечно, мы об этом, я во всем случае об этом сразу подумал. И первое, что я сделал, это поручил администрации президента провести закрытый опрос общественного мнения по поводу настроения в Крыму, отношения к вопросу о возможном присоединении к России. Выяснилось, что желающих присоединиться к России там 75% от общего состава. Да, от общего состава населения. Но я же говорил, что это наша историческая территория. Там проживают русские люди. Они оказались в опасности. Мы не можем их бросить. Повторяю, конечная цель была не в захвате Крыма. И не в какой-то аннексии. Конечная цель была в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение по поводу того, как они хотят жить дальше. Все мои инструкции были как раз связаны с тем, чтобы действовать аккуратно и опираясь, с самого начала я это сказал, опираясь на тех людей, которых мы можем уже сегодня назвать патриотами России, опираясь на них, на их актив, но помогая им и будучи у них за спиной гораздо более крупными силами и средствами, имея в виду, что в Крыму находилось более 20 тысяч украинских военнослужащих, хорошо вооруженных. Хочу вам, знаете, что сказать, что даже не потребовалось воспользоваться разрешением Совета Федерации о введении наших войск на Украину. Я ведь не покривил душой, потому что по соответствующему международному договору на нашей военной базе в Крыму мы имели право иметь 20 тысяч человек, даже больше немножко. Мы даже при том количестве, которое мы добавили, о чем я сейчас говорил, мы даже 20 тысяч не набрали. Поскольку мы не превысили количество личного состава нашей базы в Крыму, то, строго говоря, мы даже и ничего не нарушили. И дополнительных контингентов туда не вводили. Здание ключевых органов власти, от работы которых зависела стабильность и законность в Крыму, были взяты под охрану. Спецназу потребовалось всего 30 минут, чтобы провести эту операцию в ночь на 27 февраля. Вы знали об этом? Нет, я узнал только утром. В 5:30 мне позвонили, сказали, что оба здания заняты вооруженными людьми, Совмин и Верховный Совет Республики Крым. Нам нужно было обеспечить работу представительного органа власти, парламента Крыма. Для того, чтобы этот парламент смог собраться и осуществить предусмотренные законом действия, люди должны были чувствовать себя в безопасности. Я хочу обратить ваше внимание на то, что парламент Крыма – это был абсолютно легитимный, полноценный представительный орган власти Крыма, сформированный задолго до начала всяких сложных трагических событий. И вот эти люди собрались, проголосовали и избрали нового председателя правительства Крыма, Аксенова Сергея Валерьевича. А действующий на тот момент, юридически действующий президент Янукович его утвердил. Вы понимаете, там с точки зрения украинского закона все абсолютно соблюдено. Там, конечно, можно все что угодно болтать языком и как угодно интерпретировать все эти события. Но если взять, посмотреть с точки зрения правовой составляющей, там комар носу не подточит. Но для того, чтобы создать условия для людей, чтобы они не боялись ни за себя, ни за свои семьи, нам нужно было обеспечить их безопасность. И мы это сделали. После того, как сессия крымского парламента была сорвана акцией крымско-татарского меджлиса, депутаты действительно нуждались в обеспечении безопасности. Только увидев вежливых людей в здании и вокруг него, законодатели получили возможность продолжить работу. Ну вот наш исторический зал, зал заседаний Верховного Совета Автономной Республики Крым. В этом здании произошли те события,
который теперь называется «Крымской весной». За 61 – это голосование по крымскому референдуму. Историческое голосование. Из 64 – 61 «за», потому что 3 просто не голосовали. Да, да, да. Это действительно был фактор безопасности 27 числа, присутствие на ключевых позициях в этом здании военных людей? Да, конечно, фактор безопасности, он уже выходил на первый план. Ночь с 26 на 27 февраля, когда были взяты все ключевые здания в Симферополе? Как это происходило? Мера была вынуждена, потому что появилось огромное количество разного рода подстрекателей, разного рода агитаторов, которые сталкивали между собой разные религии, разные национальности. И тогда было принято вот это решение. Именно в те дни в Крыму появился настоящий бренд «Вежливые люди». Как это случилось? Случайно ли? Ну, вы знаете, как говорят, в таких ситуациях ничего случайного не бывает. Никто не собирался воевать, все собирались защитить и предотвратить. И, конечно, там ребята были заинструктированы, что надо быть вежливыми, надо быть корректными. Вы пришли сюда не захватывать, а защищать. В те самые дни, когда внимание всего мира было приковано к событиям в Крыму, одним из самых популярных в интернете стал ролик, в котором маленькая крымская девочка обнимает российского солдата. Мы нашли человека, который тогда снял этот ролик. Вот именно на этом месте я снял тот кадр. Здесь стоял солдат. Это видео многие тогда называли постановкой. Дескать, таких сцен в жизни не бывает. На самом деле девочка просто узнала человека, который накануне угостил ее шоколадкой. Он всем детям, я заметил, он раздавал разные сладости. Дети, крымские дети, его успели полюбить. А сколько подобных сцен не было снято. Например, шла в Симферополе мимо оцепления молодая женщина с коляской, а ее деликатно остановил солдат. И он говорит, покажи. Он говорит, что показать? Ее покажи. И она малыша достает, говорит, на, смотри. И у него слезы аж на глаза. Говорит, у меня точно такой же, 4 месяца дома. А вот история, которую рассказывали друг другу уже украинские военные. В одну из воинских частей в Крыму пришли бойцы спецподразделения ФСБ, а украинцы забаррикадировались. Спецназовцы выбили дверь, зашли, поговорили с коллегами, а потом поспешили в магазин. Купили украинским военным новую дверь и сами привесили. С того дня ряд задач уже выполняли вместе. Они действительно были вежливые люди, они не ругались, они не проявляли никакой агрессии. И они искренне нам помогали. Наше преимущество, знаете, в чем заключалось? В том, что я занимался этим лично. Не потому, что я так вот все правильно делал, а потому что когда это делают первые лица государства, то исполнителям легче работать. Они это чувствуют, понимают и знают. Что они исполняют приказ, они занимаются самоуправством. А когда государственная структура находится в разваленном либо в полуразваленном состоянии, то приказы либо вообще не отдаются, либо не доходят до исполнителей, либо в их легитимности есть большие сомнения. Чтобы не ждать каждый день приезда националистов в крымские города, стала очевидной необходимость взять под контроль границу Крыма с Украиной. На Перекопский перешеек, переходы Чангар и Турецкий вал первыми выдвинулись те, кто лучше всех был знаком с бандеровцами – бойцы «Беркута». Дома, в отличие от Майдана, им никто не мешал подготовить встречу старых знакомых правильно. С точки зрения инженерных заграждений, мы сделали там все грамотно, красиво. И сигнальные мины, и растяжки всевозможные, и минные поля какие-то, чтобы никто не прорвался. Одна беда. Бойцов севастопольского «Беркута» было слишком мало. Всего 24 человека на всех переходах, включая командира Сергея Колбина. А напротив, с украинской стороны, правый сектор уже стянул кулак в несколько сотен боевиков. Нацисты сказали, или будет Крым, или наш, или не будет ничей. Всех несогласных мы не будем с ними разбираться, то есть и мы их просто уничтожим. Из Херсонской области звонили коллеги-офицеры. Ребята, бандеровцы будут на вас нападать сегодня или завтра. Беркут готовился к худшему.
Наши ребята приняли такое решение. Говорит, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. И вдруг, неожиданно, с тыла прибыли колонны автобусов, из которых стали деловито разгружаться и сразу строиться серьезные крепкие мужики. Это были реестровые казаки кубанского казачьего войска. Приехали с гармошкой полевой кухни. Когда мы пришли 28 в ночь 28 февраля, на турецком валу было 11 человек «Беркута», на Перекопе 6 человек сотрудников «Беркута», и вот здесь как раз на Чангаре было 7 человек сотрудников «Беркута». Если было нападение на блокпост или наступление какое-нибудь со стороны боевиков, я вам скажу, они бы их смяли. Не потому, что они не храбрые, а потому, что их было мало. И вот когда мы прибыли, масса казаков. Я вам скажу, пыл мы их остудили. Поначалу с той стороны границы мощное подкрепление приняли за регулярные российские войска, пока в один из вечеров казаки не достали гармонь. Ну, народ такой широкий, душевно. Любит поработать и повоевать, и отдохнуть красиво. Они работали очень дисциплинированно, слаженно и относились очень ответственно к своему делу. И потом они работали вместе с местными ребятами, вместе с местными мужиками, с местной дружиной, с ополченцами. Собственно говоря, это была одна семья в этом смысле. По воле сердца и по зову души туда люди шли. После майдановских событий пошли многочисленные просьбы казаков именно Крыма и русскоязычного населения, ну, родственники, по-видимому, и так далее, что могут со стороны Украины сюда зайти бендеровцы. Казаки совещались на своих сходах и приняли решение обращаться к атаману войска, чтобы выдвинуться сюда. Атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда принял решение выдвигаться почти сразу. 27 февраля добровольцы на пароме уже прибыли в Керчь. Но тут стало ясно. Киев приказал местным властям сделать все, чтобы сотни крепких россиян не могли получить ни жилье, ни транспорт. Казаки остались на улице под февральским дождем и ветром и пошли помолиться в храм Андрея Первозванного. Неожиданно именно здесь и нашли убежище. Они были очень уставшие. И необходимо было где-то хоть немножечко отдохнуть. У нас полы теплые в храме, милости Божьей, как так получилось, придумать и сделали. Вот. Хорошо нагрели этот теплый пол, ночевали прямо здесь, отдыхали. Да соединятся все народы, населяющие в одну семью. Так из храма Андрея Первозванного сотни кубанских казаков и отправлялись защищать границы Крыма на Перекоп, в Чангар и на Турецкий вал. Эти первые люди, которые успели переправиться, заняли позиции именно здесь. Где мы сейчас находимся? 450 казаков прибыли на передний край, на границу Республики Крым с Украиной, подготовили окопы в инженерном отношении. И фактически с обеда 1 марта и до 18 марта выполняли задачу по недопущению проникновения именно бойцов правого сектора на территорию Республики Крым. Казаки разбили на всех пограничных переходах настоящие лагеря. Уже скоро выяснилось, что снабжение продовольствием не требуется. Продукты в полевые кухни пошли рекой. Людская благодарность была безгранична. Бабушки на колени становились. Просили только не уезжайте. И знаете, это дорогого стоило. Приносили борщ в трехлитровых банках, кормили казаков. Тем временем националисты, которые, увидев казачьи подкрепления, не стали прорывать границу Крыма, от планов своих не отказались. Они запросили у Киева подкрепление для себя, и власть прислала армию. Подошла большая, значит, колонна из бронированной техники, непосредственно спецназ Украины, была остановка «Град» и минометы 80-миллиметровые. Со стороны Украины подходили грады.
Была информация такая. Мы зафиксировали это средствами воздушной разведки. Подошли, они подогнали туда систему залпового огня. Ну, мы вынуждены были поставить наши системы, которые в случае каких-то действий со стороны, ну, при первом залпе мы бы их уничтожили. Российская армия обгоняет нас ровно на один шаг, сетовали в те дни в Верховной Раде украинские военачальники. Действительно, как только Киев подогнал к границе с Крымом тяжелую технику, за спинами «Беркута» и «Казаков» военной техники было уже гораздо больше. А скажите, Сергей Кужевич, грозила ли опасность Крыму с точки зрения реальной военной провокации, ну, под тип того, что было в 2008 году там в Южной Осетии? Вы знаете, да. Когда появились первые военные подразделения, срочно выдвинулся «Беркут» на два перешейка и перекоп. И встали, закрыли там границу и начали смотреть за всем этим. Но самое главное, что с той стороны были стянуты силы, которые предполагали, видимо, зайти и начать вот то, что сейчас происходит на востоке Украины. Мы опередили их буквально на 6-8 часов. Украинцев опередили? Да. Мы опередили тех людей, которые должны были занять въезды в Крым. То есть турецкий вал, пост, Крым-Титан и Чингар. Второй срыв наступления заставил украинских националистов сменить тактику. Крым было решено взорвать изнутри. Из Киева стали организованно переправлять все, что могло превратить полуостров в новый Майдан. Биты, заточки, щиты, каски и, разумеется, оружие. Один раз это «Газель», которую вынуждены были фактически очередями из автоматов остановить. Били по колесам. Почему? Потому что она рванула между блоками и попыталась скрыться в сторону Армянска. Когда остановили, подошли, начали разбираться, почему это произошло, оказалось, там 3 гранатомета, порядка 24 гранат, 12 цинков с боеприпасами. 10 марта через блокпост на турецком валу, объехав ежи и бетонные блоки, в сторону Крыма пошел на прорыв украинский военный «Урал». В это время Олег проверял дежурные смены, не задумываясь, тут же прыгнул в свой автомобиль и выставил его для блокирования грузовика. В кабине грузовика из Киева обнаружили несколько стволов и патроны. Олега Горшкова, ветерана войны в Афганистане, представили к награде. Сыграл его боевой опыт, я так думаю. Вот почему? Потому что в таких экстремальных ситуациях, секунды буквально, и человек понимал, что он должен остановить любой ценой. За бои в Кандагаре Олег Горшков получил орден Красной Звезды. А на турецкий вал пришел с первых дней просто помочь «Беркуту» и казакам. Сыночек мой. Медаль за возвращение Крыма получала мать Олега Горшкова. Подставив свою машину под несущийся украинский грузовик, ее сын чудом выжил, но потом не выдержало сердце. Мы хотели помочь и помогли жителям Крыма, чтобы здесь был порядок и всегда было спокойно, потому что Крым – это Россия. Крым – это не какая-то непонятная для нас территория. А Крым – это исторически русская, российская территория с преимущественным русским населением. И мы вынуждены действовать так в силу того, что они сами поставили нас в такие обстоятельства, в такие условия. Они, по сути, нам как бы даже не оставили выбора. Мы должны были просто защитить этих людей. Сроки были фактором первостепенным. Чтобы не пролилась кровь, нужно было всегда быть на шаг впереди. Отдавая все более жесткие и сумбурные приказы своим силовикам, Киев всякий раз получал ответ – уже поздно. По воздуху в Крым не проникнуть, сухопутные границы закрыты. И вдруг в марте резко меняется ситуация на море, но командует здесь не Киев.
страны НАТО объявляют учения на Черном море. К берегам Румынии подходит американский эскадренный миноносец. В Средиземном море авианосная группировка, а к Крыму, вооруженный крылатыми ракетами, устремляется эсминец ВМС США Дональд Кук. Еще никто не знал, что чуть ранее в Крым с Черноморского побережья России был доставлен береговой ракетный комплекс «Бастион». Это тоже было ваше решение? Да. Это невозможно сделать по решению кого бы то ни было, кроме верховного главнокомандующего. «Бастион» — это оборонительный комплекс. Это комплекс, который защищает берег, защищает территорию. Он ни на кого не нападает. Но это эффективное, современное, высокоточное оружие. Пока такого оружия ни у кого нет. Это, пожалуй, самый эффективный береговой комплекс в мире на сегодняшний день. Да, и в какой-то момент мы, для того, чтобы было понятно, что Крым надежно защищен, перебросили туда вот эти береговые комплексы «Бастион». И, кроме всего прочего, мы сознательно развернули эти комплексы так, чтобы их было видно из космоса. Нас сейчас из космоса видно? Может быть, и видно, но дай бог, чтобы видели и знали, что у нас оружие есть, такому, которому аналога в мире нет. Что может этот комплекс? Уникальность комплекса заключается в первую очередь в том, что на вооружении находится современнейшая сверхзвуковая ракета, и она неуязвима ни одним средством противоракетной обороны. Его ни один радар практически не видит. Ракета может делать несколько, углов поворота. Даже, к примеру, если цель стоит за каким-то естественным укрытием, за горами, там, за какой-то грудой, то ракета способна распознать цель и поразить ее 100% гарантии. Дивизион, боевая тревога. Принять стартовую готовность номер один. Расчету боевая тревога. Создать ракету удар. Цель одиночная. Цель одиночная. На тот момент у нас был крейсер «Москва», который имел на вооружении ракеты с дальностью стрельбы больше, чем у «Бастиона». Ну, это ракета 70-х годов разработки. «Бастион» – новейшая разработка, ракета уникальная, и в Крыму ее не было. На мониторах флагмана Черноморского флота, крейсера «Москва», было хорошо видно, как американский эсминец уверенно идет к берегам Крыма, охватывая полуостров радиусом действия своих томагавков. И вдруг под Севастополем включается радиолокационная станция «Монолит» системы «Бастион». Источник информации «Монолит». Источник информации «Монолит». Тип цели «Крейсер». Тип цели «Крейсер». Да. Опознавание цели «Чужая». «Чужая». Да. И когда эсминец Дональд Кук почувствовал излучение от наших ракет, как он повел себя дальше? Резкий поворот на юг и с максимальной скоростью пошел в сторону Босфора. То есть, по сути, им эта меточка говорила о том, что они на мушке. Да, то, что на мушке, и в любой момент по вам может быть применено оружие. По словам командующего флотом Александра Витко, такую «восьмерку», которую нарисовал американский эсминец Дональд Кук, сбегая из-под прицела «Бастиона», вряд ли до этого видели в Черном море. В разговоре с западными лидерами было ли вам понятно сразу, что они не будут вмешиваться в эту историю военным способом? Нет, конечно. Но это не могло быть понятно сразу, поэтому я сразу на первом этапе работы вынужден был соответствующим образом сориентировать наши вооруженные силы. И не просто сориентировать, а отдать прямые указания, приказы по поводу возможного поведения России и наших вооруженных сил при любом развитии событий. Означает ли это то, что вы сейчас говорите, что мы привели в состояние боевой готовности и наши ядерные силы? Мы готовы были это сделать. Я же разговаривал с коллегами.
И говорил им прямо, я так же, как вам сейчас говорю, открыто совершенно, что это наша историческая территория, там проживают русские люди. Они оказались в опасности, мы не можем их бросить. Не мы совершили госпереворот. Это сделали националисты там, и люди с крайними убеждениями. Вы их поддержали. Но вы где находитесь? За 1000 километров? А мы здесь, и это наша земля. Вы за что хотите там бороться? Не знаете? А мы знаем. И мы на это готовы. Вот это честная, открытая позиция. Но так оно и есть. И поэтому, ну, я не думаю, что у кого-то было желание, понимаете, все это разворачивать в какой-то мировой конфликт. Но мы не собирались лезть на рожон. Они просто вынудили нас на такие действия. И, повторю еще раз, мы были готовы к самому неблагоприятному развитию событий, но я исходил из того, что до этого не дойдет. И излишне нагнетать ситуацию было ни к чему. Позже, уже в Минобороны, нам рассказали, что в те дни некоторые военные специалисты предлагали Владимиру Путину, как верховному главнокомандующему, использовать все имеющиеся средства для демонстрации готовности России защитить свои национальные интересы. Президент ответил: «Несмотря на всю сложность и драматизм ситуации, холодная война закончилась, и нам не нужны международные кризисы наподобие Карибского. Тем более, что обстановка не вызывала необходимости подобных действий, и это противоречило бы нашим собственным интересам. Что же касается наших сил ядерного сдерживания, добавил тогда президент, то они и так всегда в состоянии полной боевой готовности». А тем временем в Черном море больше десятка американских моряков с эсминца «Дональд Кук» подали рапорты на увольнение, сообщили СМИ. Якобы причиной в том числе был и наш самолет Су-24, который прошел на опасном расстоянии над кораблем и без того напуганным ракетами российского «Бастиона». Мы должны были выполнять действия по демонстрации силы и решимости ее применения для того, чтобы охладить пыл американских сил. И для демонстрации действий мы применили морскую штурмовую авиацию, которая выходила на дистанцию применения оружия. А не ваше решение было бреющими полетами летать над крейсером? Нет, не мое. Это они расхулиганились. И мне даже ничего не сказали. По сути, вы сделали из Крыма крепость. Мы сделали из Крыма крепость. И с моря, и с суши. К моменту, когда Крым стал надежно защищен извне, оставалась еще задача обеспечить безопасность внутреннюю. На полуострове было расквартировано 193 воинских подразделения Украины. Такой концентрации сил у страны не было нигде. Как будто Киев все 23 года готовился к войне именно в Крыму. То, что там была такая высокая степень милитаризации территории, это очевидно, 20 с лишним тысяч человек, полностью мобилизованных и полностью вооруженных. Там 40, по-моему, 3 пусковых установки С-300, 18, около 20 установок Буков и другого такого тяжелого оружия, в том числе бронетехники. Ну, это такой серьезный очень кулак. Повторяю еще, я говорю совершенно искренне, мы никогда не вынашивали планов каких-то действий, там, которые произошли. Все это происходило практически с листа. Мы действовали, исходя из той ситуации, которая складывалась на данный момент времени. Как вы далее отдавали приказы, распоряжения по тому, как действовать нашим силам в Крыму? Для того, чтобы обеспечить нормальное волеизъявление граждан, проживающих в Крыму, нужно было прямо, надо сказать, не допустить кровопролития и не позволить вооруженным силам, вооруженным формированиям украинской армии, расположенным в Крыму, и правоохранительным органам помешать людям выразить свою волю. Мы должны были разоружить воинские формирования украинской армии и сил правопорядка. Или убедить их
не мешать людям выразить свое мнение и, собственно говоря, присоединиться в этой работе к нам. Верили изначально, что получится? Не сомневался. Успеху способствовало то, что на передовую, желая не допустить крови, сразу вышел народ. Повсюду у воинских частей крымчане проводили пикеты и агитировали военных переходить на сторону России. Как только в Киев стали поступать первые сообщения о переходе крымских военнослужащих на сторону России, разгневанная майданная власть стала заявлять всем подразделениям при попытке любого давления со стороны пророссийски настроенных сил стрелять на поражение. Но одно дело заявлять с трибуны Рады, а другое – довести конкретный приказ до командиров на местах. Команды из телевизора военные не исполняют. И вот с этим Киев замешкал. Санкционировать своей подписью кровопролитие без шифровки по обычным открытым каналам связи военачальники боялись, а защищенные линии на тот момент были уже кем-то перерезаны. Ну, надо по-честному сказать, мы сделали все, чтобы специальной связи там уже у них не было. Для этого и существует спецназ ГРУ. Он знает, что надо делать и как надо делать. Поэтому они пользовались открытыми видами связи. Но что же греха таить. Мы контролировали все эти переговоры и чувствовали внутреннее состояние воинских подразделений на месте и их отцов-командиров в столице. Все пытались уйти от личной ответственности. В совершенно курортной Ялте сутками напролет шли митинги. Военнослужащих единственной на местном побережье украинской погранчасти горожане призывали перейти на сторону России. Я родился в центральной Украине, Днепропетровская область, город Днепродзержинск, из Украины, но в душе русский. Виталий Пунько, президент ялтинского отделения мотоклуба «Ночные волки». Он был одним из организаторов акции в Ялте. Украина, Россия, всегда были братские отношения. Между русскими и украинцами? Да, да, да. Ну, америкосы все испортили, как и везде. В Крыму спасибо товарищу Путину и таким, как мы. Не допустили, да, войны никакой. А война могла начаться. 5 марта из Киева в Ялтинский дивизион катеров морской охраны направился директор департамента по работе с личным составом погранслужбы Украины генерал-полковник Михаил Коваль. В своем чемодане он вез тот самый приказ стрелять на поражение. Мы узнали, что он должен приехать. А зачем? Чтобы передать приказы пограничникам и сфоловать их на сторону Украины. А связи уже тогда между частями, между Киевом и этой частью не было? Уже не было. Надо было только в личку ему ехать. Так как мы мотоклуб «Ночные волки», нами же был разработан план. Часть группы должна была отвлечь внимание тех, кто сопровождал Коваля. Другая группа должны были его взять. Ну и третья группа – это мы, которые должны были вывести его. Мерседес украинского генерала подъехал в сопровождении машины с местными военачальниками. Из окна дивизиона молча за происходящим наблюдали пограничники. Как только кортеж Михаила Коваля увяз в толпе митингующих, началась операция. Кровавые приказы в кейсе из самого генерала быстро перегрузили в караулившую машину. Чтобы не попасть на глаза агентам службы безопасности Украины, Виталий Пунько рванул в Старую Ялту запутывать следы по узким улочкам.
вообще СБУ, насколько она серьезная на тот момент была организация? То есть что-то они все-таки умели? Конечно. Когда загрузили генерала ко мне в машину, и мы повезли его, максимум через 20 минут звонки были с прокуратуры Киева. Розыск СБУ результатов не дал. То ли из-за общей неразберихи, то ли потому, что видеокамеры перестали автоматически фиксировать автомобили. Крымчане стали массово клеить на свои номера российские триколоры. То есть и у тебя тоже такая наклеечка есть? Да, закрывают украинский флаг. И показать, что мы уже в России находимся. Хотя бы таким способом. Генерала Коваля благополучно доставили до Симферополя. Киевский эмиссар все это время просил его отпустить, и когда ему пообещали, в благодарность ругал Майдан. То есть генерал Коваль находился прямо здесь, в этой машине, на задних сиденьях, да? Да. А сейчас здесь детское кресло, это для кого? Это для дочки Полины. Когда мы окончательно уже победили, мы решились... Еще на одного ребенка. У меня двое сыновей. И вот родилась у нас дочка. Назвали ее Полиной. Хотя больше подходила победа. А в тот день свою победу уже праздновали в Ялте пограничники. После того, как генерал Коваль не смог до них довести приказ, по которому они были обязаны пролить кровь в родном Крыму, весь дивизион вскоре перешел на службу России. Как реагировали пограничники, когда увидели, что к ним приехал Коваль? Когда Коваля засовывали в машину к нам, они аплодировали, стоя стояли. Россия! 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 Ну, представьте себе командира на месте. Это же военный человек. Он подчиняется приказам вышестоящего командира. А не какой-то самостийной, непонятной аморфной структуре, которая не несет никакой ответственности за все, что она делает. Поэтому украинские военнослужащие в Крыму оказались в очень тяжелом положении. Они не хотели никакого кровопролития, не хотели служить захватчикам власти, националистам. Ну, по сути, тоже помогали. Повторяю, это не какие-то там наши агенты. Это вообще для нас незнакомые люди. Люди, которые действовали просто по велению, так сказать, души и совести. После провала в Крыму свою кровавую миссию генерал Коваль выполнил позже. Это с его приказов начнется война на Донбассе. Министром обороны Украины его назначил майданный спикер Турчинов. С учетом проявленного героизма в Ялте, где, как доложил генерал Коваль, он в одиночку противостоял российскому спецназу и десантникам. В первые дни марта в Крыму на сторону России переходит сразу около 20 украинских воинских частей. Но затем Киев начинает заводить уголовные дела на командиров, всячески запугивать, обвинять офицеров в пособничестве врагу. Новые майданные военачальники требовали держать оружие наготове и обещали дать команду к бою в день предстоящего в Крыму референдума. Стало понятно, что силами общественных активистов дальше обойтись будет сложно. А для того, чтобы блокировать и разоружить 20 тысяч человек хорошо вооруженными, нужен определенный набор личного состава, и не просто по количеству, но и по качеству. Нужны были специалисты, которые умеют это делать. Поэтому я дал поручение и указание Министерству обороны. Ну, чего скрывать? Под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения главного разведуправления и силам морской пехоты, десантников.
На аэродромы Кача и Джанкой были перебазированы 14 вертолетов. Постоянно курсировали 5 грузовых Ил-76. На полуостров в считанные дни были передислоцированы 1000 офицеров и солдат различных подразделений. До обозначенного в международном договоре лимита личного состава российской армии в Крыму еще оставался запас в 3500 бойцов. Но для обеспечения охраны буквально всех значимых объектов этого уже было достаточно. Ну, это была непростая задача, потому что нам ни в коем случае нельзя было допустить кровопролития. И нужно было обеспечить людям, как я уже сказал, возможность выразить свою волю. Самооборона Севастополя, народное ополчение Крыма, казаки, просто горожане теперь с войсками за своей спиной продолжали нейтрализацию тех украинских воинских частей, которым Киев мешал сделать выбор – или остаться в Крыму под российским флагом, или уволиться, или переехать на Украину. Так, 19 марта закончилось длительное противостояние у штаба военно-морских сил Украины в Севастополе. Киев до этого умудрился поменять здесь несколько командующих и сетовал, что каждый из них начинал сочувствовать России. Это и правда удивительно, но российские моряки всякий раз находили контакт с украинцами. И, может быть, благодаря месту, где назначали им встречи. Херсонес Таврический. В славянских летописях Корсунь. Здесь принимал крещение князь Владимир. Отсюда с 988 года православие начинало распространяться по всей Руси. Случайно ли, что именно это место, православное, святое, было выбрано для контактов с украинской стороной во время Крымской весны? Оно происходило интуитивно. Наверное, и украинские командующие, и я стремились, может быть, к чистоте, к правде. Поэтому... Место, ну, и безопасности, да. Наверное, попытка говорить правду. То одного пришлют командующего флотом, то другого, то третьего. Один из командующих, ну, наотрез отказался там переходить на сторону крымских властей, так условно скажем. Вот. Я попросил, чтобы с ним поработали ветераны. Они... Вы попросили лично? Я попросил. А предлагалось как-то иначе? Ну, предлагалось более силовым методом действовать. Я просто напрямую сказал нашим военным, пошлите ветеранов. Но надо сказать, что они встретили мое предложение скептически. Сказать, да ну, что, ну деды чего там. Вот деды эти пришли и до 7 утра с ним там вели воспитательную беседу. Во всяком случае, к 7 утра он взял ручку, значит, бумагу и написал рапорт на увольнение. Совет ветеранов предложил свою помощь, и в это же время, так получилось, поступила команда о том, чтобы их привлекать. Работали практически каждый день и во всех частях, и я думаю, польза от этой работы была огромная. Как все-таки удалось в результате вам справиться с украинским флотом? Ну, пришло экспромтом. Что сделать с кораблями, чтобы не было жертв, чтобы не вынуждать на применение оружия? Ну, давайте сделаем так, чтобы они не шевелились, чтобы они не вышли из Ахтиарской бухты. Вспомнили историю Великой Отечественной, когда для подобных целей использовались боновые заграждения. Сохранились и боны, и тросы нашлись на складе. С их помощью и удалось оперативно перегородить бухты. Для того, чтобы украинцы понимали, что у нас шуток с ними нет, поставили рядом буксиры морские. Задача, если корабль будет сниматься, толкать его и выбрасывать на мель. А потом вам пришлось затопить судно. Для этого вначале мы взяли списанный корабль «Очаков» до лазных катера, которые мы рядом топили. Их мы подорвали, чтобы невозможно было поднять. А «Очаков» залили сверху. Вы его затопили прямо на пути следования? Да, прямо на фарватере в Донузлаве. Место стоянки Славутича, Тернополя в результате... Получилось так, что украинские корабли не только не могли не поднять якорь, даже выбрать не могли. Поэтому... Они просто оказывались в ловушке? Да, в ловушке полностью блокированы. К
вооруженным украинским морякам, Александр Витко поднимался на борт в одиночку, без оружия. Переговоры на кораблях шли сутками напролет. При переходе на службу России морякам гарантировали сохранение воинских званий, наград и стажа. Вы знаете, должен сказать, что ребята вели себя очень достойно, украинские военнослужащие. И они пытались сохранять верность присяге. Но непонятно, кому они присягали. Государства-то нет. Президента свалили. А он, между прочим, на тот момент времени являлся легитимным верховным главнокомандующим вооруженными силами. А кто отдает приказы? Какие-то захватчики власти? Абсолютно нелегитимные люди? Последними кораблями, где еще не развивался Андреевский флаг, оставались те, куда сумели пробраться ставленники Майдана. Они угрожали отомстить и украинским, и российским морякам. Поэтому здесь не обошлось без спецопераций. Наверняка вам в это время постоянно названивали западные лидеры. Как приходилось с ними общаться в тот момент? Звонков было много. Наши американские коллеги, они, когда разговаривали, они прямо говорили о том, что мы блокируем украинские воинские подразделения. Я сказал, что воинских подразделений уже нет. Есть группы людей, военнослужащих, но они без оружия, им ничего не угрожает. И мы сделаем все, чтобы никаких эксцессов, связанных с применением оружия, не произошло. Но это уже не вооруженные силы, это все-таки нечто другое. Романтика, которая была присуща крымской весне, пресекала недоброжелателям все попытки придать России вероломный образ. Солдаты вежливые, крымчане веселые, и даже прокурор такой, каких раньше не бывало. Мы не видим среди портретов ни одного женского. То есть вы в истории крымской прокуратуры тоже как пионер, каково вам? Ну да, все прокуроры республики были мужчинами. Ну когда-то-то надо появиться женщине среди этих достойных портретов. Я надеюсь, что я не подкачаю. В Генеральной прокуратуре Украины Наталья Поклонская отработала 12 лет. Вела в Киеве ряд громких дел, и фигуранты были тоже громкие. Это в отношении Кличка. Кстати, сейчас, наверное, оно забыто давным-давно. Виталия Кличка, который кричал на Майдане. Он, кстати, с бывшим руководителем СБУ хорошо погуляли, что в результате был труп не Чепуренко, а Андрея. Вот, я расследовала это дело. Ну, не получилось довести до конца. С приходом Майдана из-за политической нецелесообразности закрывали и дела, и рты прокурорам. А однажды Наталья Поклонская пришла на работу, а на проходной вместо милиции документы у входящих работников уже проверяет правый сектор. Наталья Владимировна надела георгиевскую ленту, написала рапорт об увольнении и уехала домой, в Крым. Я сижу на кухне, пьем чай, а у сестры супруг есть, Андрей. Он тоже сидит, пьет и начинает шутить. Ну ничего, Наташ, я тебе помогу построить сарайчик, будешь курей выращивать. Народное хозяйство пойдешь. Вы знаете, мне было где-то, да, ну-ка, 12 лет в прокуратуре. Так вот, после этих слов, что курей разводить там, то-то, я говорю, да ладно, и курей буду разводить. Главное, чтобы сейчас, чтобы сюда эти нацисты-то не пришли. Надо бы, я даже не знала, что делать. И 8 марта я поехала на прием к Сергею Валерьевичу Аксенову. Он меня не знал до этого времени. Я его тоже не знала. Только по телевизору видела и болела за них. Думаю, господи, хоть бы все у них получилось. Вот молодцы мужчины. Вот наконец-таки появился лидер здесь, в Крыму, который дает отпор этому бардаку. Я приезжаю, захожу к нему. Такая-то. Сергей Валерьевич, хочу помочь чем угодно. Наталья, в прокуратуру так слабо. Пойти на все, иду. Она не побоялась там, где действительно мужики даже дали заднюю. Наталья Поклонская говорит, знала, что все так будет. Потому что на новый 2014 год назло Майдану загадала желание. После этого Крым воссоединился с Россией. Слава Богу. Я думаю, это все в совокупности, все люди. Не только одно мое желание.
Многие загадывали это желание. И не один год. Поэтому так и случилось. Хотя собственную жизнь Наталья Поклонская сильно осложнила. На прокурора Крыма совершено несколько покушений. И устройства всякие, взрывные письма и... Да разное. Вот ни коллектив, ни я абсолютно... Абсолютно нет такого страха какого-то. Да кто их боится? Мы не боимся. Пусть они боятся. Мы за правое дело. И с нами Бог. И Он нам помогает. Конечно, такая гордость быть прокурором Республики Крым в составе Российской Федерации и вообще прокурором российским. Потому что сама держава, сама страна, само государство – это великая держава. И об этом знают все. Почему и нападки такие? В какой-то момент Москва была вынуждена отправить в Крым подразделения, аналогов которых у самих крымчан никогда не было, потому что не было и таких угроз. Прошла информация, что могут быть совершены и террористические акты, а радикально настроенные некоторые украинские руководители, в том числе в силовых структурах, готовы были совершить и какие-то акции, связанные с большими человеческими жертвами. Российские спецслужбы обезвредили взрывное устройство под плотиной водохранилища. Вода, которой в Крыму всегда не хватает, сразу стала рычагом давления на Крым. И поэтому неудавшийся взрыв плотины экстремистов не остановил. Это наше Симферопольское водохранилище, которое снабжает и питает весь город водой. А простонародье называет его Симферопольское море. Сергей Турчиненко, ветеран войны в Афганистане, в крымском ополчении с первых дней. Это его отряд выследил и обезвредил группу националистов, готовых стать террористами. Были задержаны люди так называемого правого сектора, диверсионная группа, которая была снабжена всякими ядохимикатами, пробирках, в ампулах там всяких. У них было изъято это все. Что они хотели сделать? 100% доказано, что хотели отравить водохранилище крымские, то бишь и это, которое снабжает людей водой. Народ бы погиб массово. Чем ближе была дата референдума, тем сильнее активизировались экстремисты, управляемые из-за пределов Крыма. На центр избирком в Симферополе дважды совершалось нападение. Казаки отразили атаку десятков неизвестных, пытавшихся похитить бюллетени. На поездах под видом горных туристов ехали боевики Майдана, их задерживали с оружием. Но с теми, кто растворялся в крымских городах, могли бороться только сами горожане. Быстрее всех на месте конфликтов оказывались одни и те же. Может быть, потому что они были на мотоциклах. Саш, для вас-то крымская весна началась гораздо раньше, чем весной 2014 года. А с чего все началось? Как мотоциклисты, ночные волки и зачем появились в Севастополе, в Симферополе, в Ялте, в целом в Крыму? Ну, мы периодически ежегодно проводили байк-шоу, посмотрев на то, что Севастополь усиленно хотели сделать не городом, где пролито очень много русской крови, а город славы Бандеры, клуб принял решение делать байк-шоу здесь. И напомнить, что Севастополь – это все-таки город русской славы. Байк-шоу клуба «Ночные волки» давно стало главным событием всего мотоциклетного мира, и не только России. Клуб объединил единомышленников и из бывших советских республик, и из стран Европы. В Севастополе патриотическая идея шоу упала на благодатную почву. Город русской славы показал рекорд. Сюда, на заброшенные карьеры у горы Госфорта, стали приезжать по 10 тысяч мотоциклов. А число зрителей шоу доходило до 100 тысяч. Идея единства русских никогда при этом не противопоставлялась Украине. И флаги всегда были рядом. Да здравствует Украина! Да здравствует Россия! Хай живе байк! Как только мы приехали в Севастополь, мы сразу вывесили российский флаг. Там нас пытались запретить, пытались арестовывать, пытались там за сепаратизм, пытались
каким-то образом даже украсть российский флаг, приходилось даже охранять его. Но Александр Золдостанов, известный как хирург, он основал клуб еще при Советском Союзе, и президент крымского отделения Александр Медведев и все их коллеги решили идти до конца и делали, по их словам, то, что от них в Крыму ждал народ. Как только в Киеве полилась кровь, ночные волки в Крыму уже были на митингах, а потом сразу вместе со всеми возводили первые блокпосты. Задач по охране Крыма от непрошенных гостей было столько, что спали по 2 часа в сутки. И мало кто знал, что Александр Медведев все это время бегает на одной ноге. Незадолго до событий он потерял в аварии ступню. Протез был временный, врачи запрещали даже минимальные нагрузки. А он, травмируя себя, защищал Крым, ставший ему родным домом. Отдыхать было некогда. Поэтому думаю, ну, потом полечим, потом залечим, потом залечим, потом полечим. А когда уже все закончилось, когда уже можно было как бы заняться ногой, уже было поздно. Уже нужно было делать операцию, как бы, да, там. Рану после таких нагрузок залечить уже было невозможно. Александру пришлось ампутировать еще 10 сантиметров его ноги. Но это не главное. Главное, что Крым в России, главное, что правда восторжествовала, да, и что Крым будет теперь всегда русским. Вот это самое главное. Одна из операций «Ночных волков» точно спасла не один десяток жизней. Разведка мотоциклистов, внедренная в правый сектор, сообщила, что Киев грузовой почтой переправляет в Крым некие грузы и складирует их на Ай-Петри. Но где именно националисты устроили схрон, было неясно. Помог один из своих же мотоциклистов с позывным «Гвоздь». Он работал егерем в заповеднике на самой красивой горе побережья и вспомнил, как еще во времена Ющенко некие эмиссары с Западной Украины облюбовали одну из самых запрятанных в лесах пещер. Ночные волки выдвинулись на поиски. Среди реликтовых деревьев, вековых дубов и сосен нашли ту самую пещеру. Идеальное всепогодное убежище. Естественное отверстие в карстовых пустотах служило дымоходом для костра. А в длинных известняковых рукавах хранилось продовольствие, взрывчатка, оружие, боеприпасы. Здесь были люди, которые сюда это все занесли. Вот здесь это все было раскопано. Неизвестно, сколько таким образом было сорвано диверсий против Крыма, но за ночными волками началась охота. В один из мартовских дней перед референдумом, когда Александр Медведев после объезда избирательных участков возвращался ночью домой, заметил во дворе людей, спешно надевающих маски. Они напали первые? Как это было? Да, ну, я успел развернуться. С травматического оружия. Двоих, скажем так, нейтрализовать, которые бежали сзади. А в этот момент те, которые одевали маски за углом стоявшие, этот один из них сзади пытался ударить ножом. Куда угодил? А сзади вот здесь. Здесь? Да, ага. Били в сердце там сзади. Там, там где надпись «Россия». Там, где, да, били в России, да. Дай 5. Давай еще раз. Молодец. Ты мой хороший. А маму. Папа,
Опасность масштабного конфликта в Крыму снижалась по мере того, как украинские военные переходили на сторону России. На море Андреевский флаг в итоге подняли 75 кораблей и судов военно-морских сил Украины, а на суше 193 воинские части стали российскими. Известны случаи, когда командиры блокированных украинских частей сами обращались к российским коллегам. «Пусть ваши вежливые люди заходят. Нам необходимо доложить Киеву, что нас взяли, и тогда мы сами поднимем российский флаг». Статистика. Из более чем 20 тысяч украинских военнослужащих всего 2500 уехали на Украину. 18 тысяч солдат и офицеров остались в Крыму. Служить, как они говорили, в новой русской армии. Мир-то в шоке. Армия совсем другая. Но это результат длительной и тяжелой работы. Вспомним конец 90-х, начало 2000-х годов, тяжелые кровавые события на Северном Кавказе. Ну, армия была в полуразложенном состоянии. Но сейчас совсем другое дело. За эти годы мы многое сделали. И с точки зрения переоснащения, подготовки, и самое главное, вот это все-таки самое главное, это внутренняя уверенность военнослужащих в том, что они делают важное, исключительно полезное для государства дело, и в этом случае они не боятся положить на алтарь Отечества все, что у них есть, в том числе самое дорогое – жизнь. Операция, которая больше года после крымских событий оставалась под грифом «секретно». «Феодосия» — первый батальон морской пехоты военно-морских сил Украины. Единственная часть, которую российским военным пришлось брать штурмом. И то потому, что, по сути, она была не украинская. Это было готовое подразделение в структуре НАТО. Поэтому ожидать мы могли одно — это развитие какого-то силового конфликта, который нельзя было в каком разе допускать. В той обстановке. В самый разгар Майдана, 8 января, это подразделение Феодосии официально заступило на боевое дежурство в составе сил быстрого реагирования НАТО. Вот паспорта целей партнерства. Под кодом альянса L-0318 передовые авиационные наводчики. На кого в Крыму эти украинские офицеры должны были наводить авиацию НАТО, можно только догадываться. А вот L-301 – наземные операции. Другого задачи они перед собой не имели, как выражать не волю своего государства, а выражать уже волю сопредельного государства в той обстановке, в которой они оказались. С кем они поддерживали связь? Поддерживали связь с представителями генконсульства Соединенных Штатов Америки с Киева, которые давали указания напрямую, в том числе. И все было нацелено на то, чтобы применить конкретную силу против мирных граждан, против жителей Феодосии. Переговоры и блокирование части продолжалось 3 недели. Потом были перехвачены данные. Украинские морпехи готовят вооруженный прорыв в Феодосию. На банковские карты их командиров пришли обещанные генконсульством США крупные суммы денег. Мы вынуждены были принять меры мягкого силового действия для того, чтобы можно было убрать тот очаг напряженности, который сложился в Феодосии. Штурм начался 24 марта, за 3 часа до рассвета. Российскому спецназу предстояло встретиться с самым боеготовым украинским подразделением. Морпехи, которые прошли 22 программы обучения в 8 странах НАТО. На лучших базах, таких как Локленд или Форт Беннинг в США. Боевыми патронами стреляли только по оружейной комнате, чтобы партнеры НАТО не смогли вооружиться. Потом работали только холостыми. В этот батальон не принимали крымчан. В нем служили в основном западные украинцы, говорили по-английски, имели натовские сертификаты. При этом больше половины личного состава еще до штурма перешли на сторону России. Но из оставшихся за время виртуозной операции даже никто не был ранен. Те военнослужащие, которые мы вынуждены были в результате операции захватить, в последующем были отправлены на Украину. Я знаю, что эти военнослужащие принимали непосредственно участие в антитеррористической операции против Республики Донецкой Республики, Луганской Республики.
Вот что они потом оставили после себя в Горловке. В Новороссии бывшие натовские морпехи успели отличиться такой жестокостью, как будто именно этому и учились. Даже в Феодосии они называли свой батальон «Галичина». Их эмблемой был «Волчий оскал». Злоба – это подтверждение тому, что сейчас эти символы носят подразделения, которые убивают мирных жителей. По сути, аналог «Волчьего крюка». Да, по сути, аналог «Волчьего крюка», который сейчас носит настроенный элемент украинский. Как человек, достаточно много проживший, повидавший, я до такой степени благодарен России за то, что все-таки Крым вернулся домой. Потому что мы видим трагедию Донецка, Луганска, но поверьте, вот здесь бы, в Крыму, эта трагедия была бы намного жестче, потому что вот эта бандеровская ненависть к нам, именно крымчанам, они всегда считали нас частью России, и мы всегда себя считали частью России, понимаете? Ну, слава Богу. Знаете как, если бы не было таких дураков там в руководстве Украины, то, наверное, мы бы не были в Российской Федерации. Ну, и при той явке сумасшедшей, которая была во время референдума, никто ее не ожидал даже. А здесь очереди были, ну, с 10 утра уже, то есть на всех участках уже были выстроены очереди колоссальные. При рекордной явке за вхождение в состав России в Крыму проголосовали 96,7%, в Севастополе 95,6%. 16 марта во всем Крыму прошедший референдум превратился в праздник. Одно оставалось неясным. А что дальше? Готова ли теперь Россия принимать Крым? Именно это по всей стране уже выясняли социологи. 14 марта в ЦИОМ и ФОМ объединили силы, чтобы охватить 83 субъекта федерации и опросить почти 50 тысяч россиян. От Калининграда до Камчатки граждане страны ответили на 4 вопроса. 16 марта подвели итоги. Должна или не должна Россия защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму? Да, 94%. Должна ли Россия это делать, даже если это осложнит отношения с другими странами? Да, 83%. Согласны ли вы с мнением, что Крым – это Россия? Да, 86%. И, наконец, согласны ли вы с присоединением Крыма к нашей стране в качестве субъекта федерации? Да, 91%. По сути, все совпадало с мнением крымчан, высказанным на референдуме. Кардинально противоположным было только мнение Вашингтона и Брюсселя. Ну, кстати говоря, позиция Запада по референдуму, она ведь тоже была непостоянной, да? Ну, сначала они исходили из того, что, может быть, мы не решимся его проводить. Потом, когда поняли, что мы не остановимся, уже начали предлагать различные варианты. Ну, то есть, всячески старались не допустить воссоединения Крыма с Россией любыми средствами и в любом формате, по любой схеме. Было желание, видимо, в очередной раз Россию отодвинуть подальше от ее интересов. Это сложно сделать. А если сказать по-честному, это невозможно. Как вы считаете, все ли прошло гладко? В целом, да. Может быть, за исключением маленького эпизода, когда при переброске туда первой части подразделений замешкались немного. Там что-то не поняли, развернули транспорт. Значит, когда мне стало известно, я обратил на это внимание. Министр. И он ответил, я их развернул. И мне пришлось его спросить, а кто вам разрешил? Ответ был мгновенным. Они уже возвращаются. Прямо в эту же секунду. У меня нет никаких претензий, вопросов к этому. Потому что после того, как поручение было дано, я где-то часов 20, наверное, не связывался с Министерством обороны. Потому что занимался другими вопросами, и юридическими, и политическими, и международными. И могло создаться впечатление, что, может быть, я передумал. А брать на себя такую ответственность – это тяжелая история, но ни одного, хочу подчеркнуть, сбоя не было допущено. Это непростая работа, имея в виду ее масштаб, применение разнородных сил и средств, а
там, повторяю, на первом этапе это спецназ ГРУ, это ВДВ, морская пехота, потом другие подразделения. Мало того, что само Министерство обороны работало в высшей степени профессионально, слаженно, но и все другие службы, и Министерство иностранных дел, и юридические службы, и те, кто занимаются вопросами внутренней политики. Все это было настолько скоординировано, четко, жестко, своевременно, что у меня возникал вопрос, мы ли это. Но все получилось так, как это было сделано. Мы результаты референдума знаем, и мы поступили так, как обязаны были поступить. 18 марта 2014 года стало днем, когда Владимир Путин зачитывал первое в истории экстренное внеплановое послание президента Федеральному собранию. Все, кто был в Георгиевском зале Кремля, разумеется, предполагали, что речь пойдет о Крыме и Севастополе, но никто не знал до последнего, какое решение президент попросит поддержать. Тогда просто невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе. Могут быть разными государствами. Но это произошло. СССР распался. И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что ее даже не просто обокрали, а ограбили. Фраза «ограбили Россию». Ну, это мои личные фразы. Это то, что я писал. От души я вечером с вот, коллег с спичрайтеров собрал и продиктовал им заключительные фразы. Именно вношу в Федеральное собрание закон о присоединении Крыма и Севастополя и прошу поддержать. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Вы понимали в тот момент, что это история? Вы знаете, вот что я вам скажу. Если все время думать о том, что ты творишь какую-то историю, что ты такой какой-то важный человек, там, то эта позитивная работа очень быстро закончится. Вот если у тебя есть внутренняя уверенность в том, что ты поступаешь правильно, что твои действия направлены на благо страны и на защиту интересов народа России, если внутренняя убежденность есть, тогда получается. У нас именно поэтому в Крыму так получилось. Да. Если вдруг все бы повторилось, поступили бы с Крымом так же? Ну, конечно. А вы как думаете? А как можно было иначе поступить? Я бы никогда не стал этого делать, если бы не считал, что мы обязаны поступить именно таким образом. И когда нам говорят вот там про санкции, про то... Санкции – это плохо. Санкции нужно вводить тех, кто госперевороты осуществляет, и им помогает, переворотчикам. А мы-то действовали в интересах русских людей и всей страны. Менять это на деньги, менять людей на какие-то блага, менять людей на возможность каких-то контрактов или банковских переводов, это абсолютно недопустимо. Когда, если мы позволим себе действовать в такой логике, мы потеряем все. Мы потеряем всю страну. Это не значит, что мы не должны уважать, скажем, международное право и интересы наших партнеров. Но это значит, что и все наши партнеры должны уважать Россию и ее интересы.
Интервью с Владимиром Путиным мы записывали для этого фильма по горячим следам, чтобы не упустить ни одной детали. Передаю вам большой коллективный привет от жителей Крыма, наших соотечественников. Спасибо. И вот теперь наша встреча на годовщину крымских событий. Владимир Владимирович, мы, когда встречались с вами в предыдущий раз, вряд ли могли даже представить, какие изменения произойдут за это короткое время. Почему же нельзя было представить? Как раз можно было представить. И когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма. Именно для этого мы должны были нарастить нашу группировку военную в Крыму, для того, чтобы численный состав наших военнослужащих мог позволить создание условий для проведения референдума, причем бескровного референдума. Уверен, что если бы мы тогда этого не сделали, то события в Крыму разворачивались бы по сценарию, аналогичному тому, который мы сегодня видим на Донбассе, а может быть даже еще более по жесткому сценарию, хотя, казалось бы, уже жестче и трагичнее невозможно, чем то, что происходит сейчас в Луганске и в Донецке. И вот Крым в составе России. Каким вам видится будущее Крыма? Первое, что нужно сделать, это решить вопросы социально-экономического развития. Главные из них – это вопросы структурного характера и инфраструктурного. Нужно построить известный мост, который бы связал Крым с Кавказом, с территорией Российской Федерации. Это можно и нужно сделать в максимально короткие сроки. Нужно создать условия для развития энергетики, причем собственной энергетики в Крыму. Нужно возродить рекреационную базу Крыма в полном ее блеске, с тем, чтобы граждане России смогли пользоваться уникальными природно-климатическими условиями полуострова. И, что не менее важно, на мой взгляд, нужно возродить гуманитарную составляющую Крыма как неотъемлемой части нашей культуры и нашего культурного наследия. Вот когда все это будет сделано, можно сказать, что мы не просто решили вопрос с точки зрения воссоединения, а можно будет сказать, что мы сделали то, что от нас ожидают все граждане России, в том числе и крымчане. Что бы вы сегодня пожелали крымчанам? Счастья.